Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И мы продолжаем играть в игру Slime Rancher. Я долго думал, чем еще заняться в этой игре, и зашел на Вики. Оказывается, тут столько всего еще интересного есть. Собственно, с этого видео и начинаем изучать полностью мир Slime Rancher. Ну а начну я с того, с чего не закончил ту игру. Нажму на активацию, да. Достижение двери как эти. Чтобы закончить игру, нужно было прочитать последнее сообщение, чего я не сделал. Ну а теперь, когда закончились сюжетной веткой, можно переходить к изучению мира. Так, а достижение у нас двери как эти, это найти место, где кончается путешествие Гобсона, и начни новое. Также я хочу изучить всех слаймов, а еще полностью изучить стеклянную локацию, потому что здесь есть слаймы, которых я даже ни разу не видел. Думаю найти секретный остров, а еще попасть в дебри через убежище Огдена, но обо всем по порядку. Насколько я понял, после последнего сообщения, которое только что прочитал, можно собирать сокровищницы. Чем я тоже займусь, но скорее всего в отдельной серии. А еще хочу изучить полностью лабораторию. Возможно, тоже уделю целую серию этому. Ну а сейчас мне интересно докачать премиальный клуб. Пожалуй, много лишней воды я пускать не буду, просто буду показывать то, что хотел сделать. Ну и то, что я еще не открыл. Так, новый фруктик. Тоже пригодится. А еще здесь неподалеку есть небольшая дверь, которую можно открыть. Я еще не знаю, что за ней, так что давайте посмотрим. И что у нас там? Да, выход в основную локацию. Кстати, а вот и карта. Отлично. Что ж, то, что хотел здесь найти, я нашел. А теперь пойдем прокачивать премиальный клуб. Достижение разблокировано, пока тебя не было. Давайте посмотрим, что это. Вернись на ферму после 24 часов. Обалдеть, столько времени меня не было. Так, ну а я хочу сделать загон для своих новых слаймов. И заодно полянку для нового фрукта. Скоро я найду еще новых слаймов и скрещу вас с ними. А еще я подумал, что лужа слаймом будет все-таки приятнее здесь. Так, это что это было только что? Видели такой? Блеск упал. Ну ладно, разберемся с этим. Мне кажется, здесь с уточкой им будет намного уютней. Посмотрите, как они сразу забегали. Ну а теперь настало время немножко улучшить свою ферму через премиальный магазин. Я думаю, на все улучшения у меня не хватит сейчас. Поэтому сделаем то, что есть, и пойдем изучим оставшиеся локации до конца. Ну что, поехали? Так, премиальный клуб 7Z. Слайм игрушки для продвинутых. Купить. Игривый лес коллектор плорт маркета. Что это? И обновление грота, на него мне как раз не хватает. Так, пойдемте глянем новые цвета. Робо-рейнджер был? Я что-то не помню. Давайте посмотрим. Да, мне кажется, он уже был. Нет, он мне не подходит. Стручок гороха. Ну, в принципе, прикольно, но предыдущий мне больше нравится. И имбирное печенье, в принципе, ну, неинтересно. Мне нравится старый, который у меня был, картечь. Он самый такой прикольный. Так, еще, по-моему, у меня были улучшенные игрушки. Интересно, они здесь? Ого, действительно, хрустальный шар. Этого, по-моему, не было. Хрустальный шар для кристальных слаймов. Фаршированная курица для хищных слаймов. Кубик головоломка, прикольно. Квантовые слаймы. Диско-шар. Мозаичные слаймы. Волчок. Это для планеток, для дервиш-слаймов. Угольный брикет. Огненные слаймы. Но огненные же не взрывные, интересно, что это? Солнечный друган для вьюнок слаймов, еще какие-то новые слаймы. Дружище Стего, саблезумые слаймы. Так, ну у меня везде игрушки стоят, насколько я помню. Кроме дервиш слаймов, но они пускай так пока бегают. Так, а что это было за улучшение, связанное с плортами? Достижение сливки общества. Дается за заработанные 100 тысяч ньюбаксов. Обалдеть, уже 100 тысяч накопил. Я подсмотрел, что это за коллектор плорт маркета. Это какое-то улучшение в лаборатории, до нее я пока еще не дошел. Ну а сейчас хочу обновить грот. Пожалуй, все остальное буду по мере прохождения улучшать. Пойдемте посмотрим на новый грот. Вау, нифига себе, какой он крутой. Офигеть. Кстати, квантовые почему-то не сидят, блин, в моем загоне. Так что, ну его нафиг. Наверное, я сюда посажу каких-нибудь еще слаймов. Может быть, мозаичных?
Пожалуй, этот участок тоже удалю. И посажу сюда деревья, пускай бегают просто по гроту. Еще я прочитал про задания от Огдена. Если их выполнять, он даст... Так, вам, вы мне не интересны. Он даст вам телепорт в свою локацию, из которой можно попасть в дебри, по-моему. Дебри, да, по-моему, так называется эта локация. Ну а сейчас я хочу попасть на таинственный остров. Честно, не знаю, что меня там ждет, но посмотреть охота. Итак, друзья, я облазил всю местность в поисках этого таинственного секретного острова, но я, блин, так и не нашел его. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что я делаю не так. Потому что везде говорят, что он находится вот тут, но его тут нет. И на карте там нечего искать. Так что если вы знаете расположение острова, или может мне стоит обновить игру, расскажите, пожалуйста, в комментариях. Ну а я пойду изучать локации, которые так и не изучил. Хотя нет, у меня возникла идея немножко поковыряться и попробовать долететь до того острова. А находится он здесь со злыми ларга, которых, как вы видите, уже нет. Не спрашивайте почему. Ну а теперь давайте попробуем туда перелететь и посмотрим, тот ли это остров или нет. Ну-ка, давай. Ну, хоть бы долетел. Да, отлично. Смотри-ка, там сокровищница. Я даже отсюда ее вижу. А что там вдали за остров виднеется? Не он ли это случайно? Так, еще одна сокровищница. Блин, похоже, все-таки это не то место. Почему-то мне кажется, что здесь я не найду телепорт на тот остров. Ну, давай. Нет, действительно, телепорт есть, вот он. Оказывается, он теперь с другой стороны. Офигеть. Так вот, друзья, надеюсь, вы поняли, где это находится. Ну, а теперь пойдемте посмотрим, куда приведет нас телепорт. Здравствуйте. Здесь есть кто-нибудь? Так, и где же я? Посмотри-ка, меня показывают как знак вопроса на карте. Прикольно. Блин, а что же интересного я здесь встречу? А по карте этот остров даже никак не значится. Офигенно. Тут есть целая сокровищница. И все? В смысле? Я столько тебя искал, чтобы найти какую-то сокровищницу, которая пока не открывается у меня. Ну спасибо, разработчики, вот так пасхалка. Блин, ребята, бродил и нашел еще один секрет. Не знаю, куда он ведет, но в этом телепорте закрытая дверь. Давайте посмотрим, что внутри. Блин, прям интересно. Я думал, я все секреты изучил, а оказывается нет. Давайте откроем. Ну же, не томи, мой друг. Что же там внутри? Блин, прям интересно. А ну-ка, это разве не древние руины? Нет. Ого, сколько тут сокровищниц, офигеть, ребята, посмотрите только. И куда ведет эта кнопка? Оу, здравствуйте. Нет, я не хотел с вами видеться. Ёлки, да тут еще и нижний ярус, весь в сокровищницах, офигеть. Блин, ребята, сюда я вернусь по-любому. А сзади что? Еще и телепорт домой, походу. Офигенно, ребята. Блин, вот этот секрет реально крутой. Пойду-ка попробую еще раз нажать. Может быть, что-то еще новенькое выйдет. А ну-ка. И... А, нет, это просто закрывающиеся двери. Блин, ну давайте откроем. Нет, пускай будут открытыми. Ладно, продолжаем играть. Опа, ребята, еще один секретный телепорт. Находится он в 6-м покрове. Ну а по карте прямо вот здесь, рядом с этим деревом. Офигеть, давайте посмотрим, что там внутри. Не зря же я собирал слайм-ключи. А ну-ка. Наверняка еще сокровищницы. Эй, есть кто-нибудь? Золотой слайм, блин. Офигеть, да вы шутите? Ребята, вы что, прикалываетесь? Мне нечем вас накормить. Ужасное, блин, это ужасное чувство, когда тебе нечем накормить золотых слаймов. Офигеть. Да, здесь дофигища просто сокровищниц. Что ж, к вам я вернусь чуть позже. Офигеть, вы посмотрите, сколько здесь золотых слаймов. И они не исчезают. Офигеть, я сюда по-любому обязательно вернусь. И все-таки еще один секрет я нашел. Но находится он на острове Карьера Индиго. Прямо недалеко от того города, вот здесь. И это опять телепорт. Давайте посмотрим, куда он приведет. Но у меня как раз последний ключик. Давайте посмотрим, что за этой дверью. А ну-ка. В прошлый раз мне попались золотые слаймы. А здесь что, всего одна сокровищница? И ничего больше? Блин, ну это не секретный секрет какой-то. Прошлый был круче. Ну и ладно, продолжаем играть. Так, ну а теперь отправляемся изучать стеклянную пустыню. Кстати, может быть, Огден что-то даст? А, да, вот он есть.
Сегодня он хочет праздничный пунш и всякую фигню. Так, 2 клубники, 4 морковки и 2 лимона. Что ж, ради твоего острова я готов на это. Ну, держись, Огден, я все собрал. Подожди, а почему ты не берешь морковь? Я не понял. Эй, ну-ка забери морковку. В смысле она тебе не нужна? Я тебя не пойму. Тут нарисована морковь. Ну и фиг с тобой, пойду изучать стеклянную пустыню. Первое, что я хочу проверить здесь, это огненную бурю. Она иногда возникает на этой локации. И после этой огненной бури появляются огненные слаймы. А пока можно полетать по локации и поизучать ее. Ух ты, посмотри-ка, я нашел дервиш Горда. А лопает он фрукты. Что ж, надо запомнить, что он здесь. Так, а что там такое интересное? Это неподалеку от дервиша. Наверное, я не долечу с первого раза. Но можно попробовать. Давай. Ух ты, что это такое? Это какой-то фонтан. И что он делает? Надо будет почитать на Вики. Так, смотрите, что я узнал. Эта пустыня, она безжизненная, ее можно оживить, находя вот такие фонтаны. Я так понял, чтобы фонтан заработал, мне нужно найти 3 статуи. И в каждую статую вставить плорт, который подходит к этой статуе. По-моему, вот первая из них. А потом полить цветы, которые я находил раньше, вот эти вот блестящие. Что ж, немножко разберусь с этим и покажу, что из этого выйдет. Ну а с этого я начну, думаю, следующую серию. Потому что провел в игре уже достаточно много времени. Что ж, на этом все. Не забудь подписаться, чтобы узнать все остальные секреты игры. И поддержи меня лайком. Всем пока и до скорого!